Анютины глазки, пышные розы, петуньи, гортензии и другие цветы. Территория Химкинской больницы утопает в зелени и преображается на глазах. Это заслуга участников клуба «Любимый сад». Волонтеры объединились 3 года назад и с тех пор помогают благоустраивать Химки. В группе уже более 50 человек. Каждую неделю они собираются в городской библиотеке и учатся правильно ухаживать за растениями. Мы приглашаем к нам лекторов из Тимирязевской академии, они с нами работают, из питомников. Все наши, как я их зову, клубнички, вот от слова «клуб», вот, они очень позитивные. Они у нас, правда, все пенсионеры практически, откликнулись вот на нашу идею посадить здесь цветущий сад. Участницы клуба украсили территорию садовыми фигурами. Многие цветы они вырастили сами на своих дачах. Помогли и сотрудники Химкинского питомника. Они поделились своими выращенными растениями. Город заботится о красоте территории больницы, чтобы было удобно и красиво. Тем, кто здесь навещает пациентов, тем, кто выходит на прогулки. Город зеленый, благоустроенный. И вот сейчас внимание пристальное уделяется не только паркам, скверам, аллеям, еще и территории больницы, чтобы мы были в одной гамме, мы были в одном брендбуке. Работу инициативных жителей поддержала администрация Химок и депутаты. Скоро на территории больницы появятся и молодые деревья, а также различные кустарники. Сегодня мы оценили результаты работы первого этапа, высадили цветы, создали такую зону отдыха для пациентов. И в дальнейшем будем продолжать это и развивать эту территорию. Благоустройство и озеленение Химок – важная городская программа, которая объединяет сотни неравнодушных жителей. Юлиана Мазырина, новости Химки ТВ.